Народ стоит, ждет. Это свинство. Вы сейчас топчетесь по людям. Их там тысяча собралось. Они требуют какого-то выхода и уважения. Будут определены. Те вопросы, которые от тысячи, я думаю, их будет 5-10. Мы ответим компетентно, на которые наши... Люди хотят слышать. Почему вы не можете? И вся информация, которую услышите, кто здесь будет в зале, я думаю, услышат и все остальные, кто здесь пришел. А для чего такой формат? А почему вы не можете открыто выступить перед людьми? А что это за страх такой? А что это, чего вы так убегаете и прячетесь от народа? Никакого страха нет. Подождите, как нет? Как нет? Диалог. Я приглашаю вас на диалог. Я приглашаю жителей на диалог. Знаете, если мне говорят, приглашаем в гости, но вы туда не поместитесь, это как-то странно. Там ждут люди, они ждут ответа. Я приглашаю на диалог. Мы вас тоже приглашаем на диалог. Я выходила 2 раза на площадь на диалог, ни разу не отказалась. Но вы приехали к нам на встречу. Когда не было высокого руководства, вы ссылаетесь на то, что вы не можете ответить на вопросы. Поэтому теперь вы приехали в высокое руководство, будьте добры выйти к людям. Уважаемый, еще раз попросим. Мы определили формат встречи, определили... А кто это решает? Подождите, вы определили формат? Кто это решает? Кто это решает формат встречи? В целях такого конструктивного разговора, все-таки в закрытых помещениях, микрофон, вопрос, ответ, оно будет... Мы более, все готовы, извините, мы более, все... Более проходить такое, ну, в рамках нормального... Вы понимаете, что если я сейчас сюда позову людей, вы будете вот в таком кружочке вокруг толпы, вам это не понравится. Конструктивный разговор... Я сейчас могу это сделать, но вам это не понравится. Я вам советую выйти туда сейчас. Потому что я сюда заведу народ, вам это не понравится. Не надо заводить сюда. Люди у вас здесь, что?